Здравствуйте! Это программа «Нижегородская среда», и сегодня мы поговорим о парке «Швейцария». И у нас в гостях директор парка «Швейцария» Алексей Башкаев. Здравствуйте! Спасибо, что пригласили к себе в студию. Очень приятно, очень уютно. Мы все ждем открытия парка «Швейцария». Собственно говоря, об этом мы сейчас поговорим. Да? Алексей Вячеславович, я вот слышала то, что для вас этот парк как бы имеет особое значение, да? Да. То есть многие же жители у нас переживали, что придут какие-то там застройщики, которые вообще не знают, что это за парк, и что-то там сделают ужасное. Но вы выросли, собственно говоря, да, в Приокском районе? Да, я родился в Приокском районе. Мое детство и юность прошли тоже в районе, соответственно, и в парке в том числе. Кроме этого, я работал в администрации Приокского района в жилищно-коммунальном хозяйстве. И, конечно, этот парк для меня родной, и его судьба для меня не безразлична. Это для успокоения, собственно говоря, всех, кто переживает за его судьбу. Расскажите, что, я так понимаю, там вообще очень глобальное, да, будет, идет, точнее, уже строительство, да, все переделывают. Вот какие объекты там появятся? Ну, для начала хочу сказать, что это не просто глобально, это будет обновленный, можно сказать, новый парк, новый, совершенно да. отличающийся от того парка, который был раньше. Очень приятно за такой вопрос, он очень популярный, очень много нижегородцев интересуется, что же все-таки будет в этом парке. Ну, давайте проведем небольшую экскурсию по данному парку. Во-первых, данный парк разбит на несколько зон. Одна из больших основных зон, это у нас на остановке Медицинская, будет детская зона, так называемая. Вторая большая зона у нас с вами будет, это спортивная зона. Также у нас будет зона для людей, которые любят более тихий, более спокойный отдых, да, где нет шума, гамма, где можно просто насладиться природой. Начнем все-таки с детского, с детской зоны. Он называется детский парк. Во-первых, там появятся два очень шикарных фонтана, которых нету даже в Приокском районе, только что в парке не было. Один фонтан так называемый сухой, один фонтан с чашей. Они будут музыкальные, с подсветкой, будет очень интересно, там закладывать можно разных мелодий на разное время суток. То есть я считаю, что мне кажется, что все-таки будет очень привлекательно для гостей парка вот эти два объекта, так называемые. Что такое сухой фонтан? Сухой фонтан, все спрашивают, что же такое сухой фонтан? То есть это фонтан, из-под определенной земли бьется вода, но нету чаши. То есть, скажем, детишки бегают вокруг воды, которая плещется, но нету чаши, где наполняется водой. Классно. Это как вот в Петергофе, если я не ошибаюсь, да? Ну, там особенные камушки еще, если на которые ты наступишь, то, собственно говоря... В Нижнем Новгороде тоже уже есть такие фонтаны, на самом деле. Конечно, хотелось прийти, очень хороший будет, интересный, значимый объект для парка – это детский центр. Мы его уже между собой называем «бублик», таким вот словом. Он в виде круга, да, с большими входными группами. Внутри самого «бублика», так называемого, будет много детских зон, где будут проходить разные детские мероприятия, разные будут проводиться разные кружки. Будет очень интересно и очень будет насыщена там программа. То есть «бублик» — это будет такое закрытое здание, то есть не на открытой площадке, да, будут проходить все эти обучения? Да. Почему называется «бублик»? То есть внутри этого здания будет открытая площадка детская, а по периметру круга у нас будут находиться разные помещения, которые можно использовать будут под мастер-классы, проведение каких-то детских мероприятий, кружков. Данные помещения оснащены туалетами, пеленальные будет помещения существовать там. То есть приспособлены для детей разных возрастов. Кроме того, даже крыша данного бублика будет использоваться как прогулочная зона. Будет интересно очень. Класс. А там будет, как в Европе, высажен газон как-то там или... Нет, это все-таки помещение, и внутри будет безопасное покрытие, резиновое покрытие. Вот. Очень интересный будет также у нас
веревочный детский городок. Это целая система передвижения, мостов, веревочных дорожек разных, где можно выкладывать маршруты разной сложности. Ну а в принципе по всей территории парка будет 14 детских открытых площадок, на которых дети могут погулять. Дети могут погулять, да. Слушайте, классно. Не, на самом деле территория парка Швейцария, она очень большая. И она, в принципе, да, реально позволяет, да, вот прям четко обозначить зоны. Детскую, дальше вы еще говорили, там еще какая будет зона. Сейчас мы вернемся на тот вопрос, что она очень большая. Она одна из самых больших парков по территории в России. Верхний Плаза – это 50 гектаров земли. А если брать склоны и набережную, то это 370 гектаров земли. Это огромнейший парк, на самом деле, который существует. Ну, теперь, наверное, все-таки перейдем. Да, вот вторая зона какая? Спортивная зона тоже. Это очень прекрасная зона, где будет располагаться у нас с вами как площадка для мини-футбольного поля. Будут площадки, размещены спортивные площадки для большого тенниса, две площадки будут. Также будут площадки для волейбола, баскетбола. У них будут душевые, будут помещения для переодевания, туалеты, которые круглогодично будут использоваться. Также на этих площадках мы будем организовывать спортивные школы, так как по волейболу, по мини-футболу, по большому теннису. То есть мы сейчас ведем со многими спортивными школами переговоры, чтобы можно было уже на открытии заполнять пространство какими-то мероприятиями, в том числе спортивными, конечно. Слушайте, классно. Здесь... А просто будет ли такая зона, там, типа, с тренажерами, с уличными, куда вообще все могут прийти позаниматься? Да, будет очень много уличных спортивных площадок, в том числе и тренажерных спортивных открытых площадок, где можно, люди могут приходить и заниматься спортом. Беговые будут какие-то маршруты? Да, запланирован, я хотела об этом сказать отдельно, но коль мы затронули данный вопрос, да, у нас запланировано беговое кольцо, на котором тоже безопасное покрытие резиновое, 1 километр, по которому люди могут в любое время бегать, заниматься спортом. Беговое кольцо, оно будет охватывать, ну, как-то, только в рамках этой зоны оно будет располагаться? Нет, или оно будет оно все будет охватывать? По территории с вами парка. Всего? Всего, да. У нас протяженность парка составляет 3,5 километра. Слушайте, можете класс, представить. Класс. Также в спортивной зоне у нас находится большой спортивный центр, который будет тоже работать круглогодично. Это большое здание с панорамными стеклянными окнами. Когда люди будут заниматься в данном спортивном центре, то у них будет панорама на лес, на природу. И я думаю, что будет только положительные, позитивные эмоции от этого получены. Этот центр, он будет ну, что-то вроде фитнес-клуба или да, как? Да, то есть спортивный зал там небольшой. Йога, да, там, наверное, да, будет проводиться? Будет проводиться йога, будут проводиться кружки с наполнением 10-15 человек. То есть различные кружки мы будем планировать там размещать. Также там в спортивной зоне у нас будет с вами прокат, пункт проката, где будет выдаваться определенный спортивный инвентарь, и не только спортивный, инвентарь для индивидуальной защиты. Это каски, подлокотники, наколенники, которые ну, люди должны на определенных зонах, да, где есть зона риска, зона травматизма, присутствовать именно, в правилах будет прописано, что присутствует только в определенных средствах защиты. Также в спортивной зоне будет скейт-парк. Он один из самых больших и профессиональных в России. Его проектировал и строит человек, который сам профессионально занимается данным видом спорта. То есть он учитывал все те нюансы и те моменты, которые необходимы для профессионального занятия данным видом спорта. Но также этот скейт-парк, он разделен на две зоны. То есть для начинающих и для людей-профессионалов, кто занимается данным видом спорта. То есть там просто и дети, грубо говоря, да, могут прийти покататься? Нет, там есть ограничения, у нас плюс 6. То есть все-таки это травмоопасно, и с определенного возраста может заниматься данным видом спорта. Это вот мы сейчас с вами про летние виды спорта говорим, а в зимний период как предполагают, что будет это? Ну, во-первых, по пожеланиям жителей Приокского района, особенно да, Советского района, будет разработана лыжня в зимнее время, в которой могут люди приходить и просто кататься в данном парке. Также мы рассматриваем вариант установки временного катка на центральной площади, на остановке медицинской, чтобы люди могли приходить и кататься на коньках.
Прикольно. И третья зона. Давайте перейдем к третьей зоне. Зон у нас не три, я просто затронул основные такие зоны, которые очень значимы. Они все, в принципе, значимые, данные зоны, да? Это ключевые. Ну, можно сказать так, да. Можно сказать ключевые. В принципе, весь парк, он значимый и ключевой у нас. Просто я сказал о зоне, где могут отдыхать люди, которые хотят просто находиться в тишине, в каком-то спокойствии, получить удовольствие от нахождения в природе, послушать, как поют птички, посмотреть закат увидеть, да, рассвет, где можно посмотреть на реку Ака у нас с вами, то есть там красивый очень вид со склона. То есть это такая зона, которая вот именно для такого вот спокойного отдыха, да. И что там будет организовано? Ну, во-первых, там предусмотрены две читальни у нас с вами, то есть где могут люди прийти, почитать спокойно книги. Там будет организована мини-кухня. Ну, мини-кухня, может, это очень громко сказано, то есть будут стоять автоматы кофе, прохладительные напитки, чтобы человек мог взять, спокойно почитать, отдохнуть. Там также стоят панорамные окна, очень красивый вид на природу, деревья, лес. Ну, то есть такое, знаете, удовлетворение такое, какое-то спокойствие для человека будет. Что касается уличных прогулок, я имею в виду, ну все любят парк Швейцария за вот эту зону, где вот чистый лес, да, но там никогда не было, в принципе, тропинок, да, каких-то асфальтированных дорожек, я не знаю, скамеек, да, для отдыха. Вот появится ли это? В данном проекте благоустройства заложена очень большая дорожно-тропиночная сеть, которая будет освещена в темное время суток, на которой будут стоять видеокамеры для безопасности людей, на которой будут стоять тревожные кнопки для того, чтобы можно было экстренно вызвать любую помощь, как медицинскую, так, ну, если какие-то, скажем, неправомерные происходят. Ну, да. Вот. Они разных покрытий, они находятся как и вдоль набережной, так и внутри леса. То есть это будет очень такая большая сеть разветвлительная, по которой люди могут гулять как с колясками, так просто пешим ходом. Также данные дорожки можно будет использовать для очень популярной в наше время скандинавской ходьбы. Еще хотелось добавить, что данные дорожки оборудованы тактильным покрытием для людей слабовидящих, чтобы можно было тоже по ним прогуливаться по всему периметру данного парка. Коль уж мы с вами затронули эту тему, хочется узнать, насколько пространство в парке будет доступно для людей с ограниченными возможностями. Еще раз повторюсь, что дорожки у нас, на дорожку предусмотрены тактильные покрытия для людей с ограниченным зрением. Также у нас предусмотрен инводром, где будут проходить разные мастер-классы, обучение, тактильные выставки. Многие общественные деятели, местные жители переживали за сохранение зеленой территории. Скажите, вы все-таки ее сохранили? Мы не только ее сохранили, мы ее даже приумножили. На самом деле, по проекту благоустройства данного парка будет высажено 1600 деревьев, более 34 тысяч кустарников, 14 тысяч разных растений, цветов и так далее. То есть, на самом деле, этот парк, он будет, зеленая зона будет увеличена, а не уменьшена. На самом деле, мало того, нами предусмотрена программа, где приблизительно 400 деревьев ежегодно мы будем подсаживать, так как в данном парке находится очень много сухостоя и аварийных деревьев, которые постепенно надо будет обновлять, да, соответственно, потому что уже цикл многих деревьев жизненный, он уже подходит к концу. И надо разработать программу такую, чтобы ежегодно была подсадка деревьев, и этим мы сейчас занимаемся. Чтобы, собственно говоря, не потерять зеленую территорию. Мало того, что в августе и в конце августа, в начале сентября запланирована акция «Семейное дерево», где нижегородские семьи посадят около 400 деревьев. То есть вы исполните мечту нижегородских мужчин, да, как там мужчина должен посадить дерево, построить дом, как минимум один пунктик сможет выполнить. Да, выполнится на территории нашего парка. Еще у вас планируется, я слышала, эко-павильон, да, вот расскажите про него и в чем его вот основная задача, цель? Да, у нас будет находиться на территории эко-павильон. Сейчас на этот момент мы разрабатываем разные программы, связанные с экологией, да, в том числе с экологическим фондом «Цивилизация». Мы планируем также в этом павильоне открывать эко-школу, который будет прививать детям бережное отношение к природе, чтобы они уже с ранних лет начали привыкать к тому, что к природе надо относиться бережно, что надо ее беречь для того, чтобы ее сохранить для наших потомков.
Еще я затронула тему активистов, да, собственно говоря, парк Швейцария обсуждают уже очень давно, да, собственно говоря, есть сторонники, есть противники и так далее. Вот как это происходит взаимодействие с общественными деятелями? Ну, во-первых, я считаю, что уже больше сторонников, когда люди начали видеть, что происходит на самом деле в парке, что парк именно получает то, что обещали на разных слушаниях, которые были проводились, 15 слушаний у нас с вами. У нас в парке существует общественный совет, в котором создано 6 разных групп, разных направлений. Это и спорт, это и экология и так далее. И, соответственно, они имеют доступ на территорию парка, они видят, что там происходит, да, и сейчас общественность понимает, что на самом деле мы получим только очень такой позитивный, положительный результат от того, от тех изменений, которые будут в парке. Что ж, мы все ждем. Планируется открытие в августе, да? Не только вы ждете, мы тоже ждем. Да, планируется в августе. И, конечно, все жители нашего города ждут этого открытия, потому что, ну, на самом деле, это будет очень интересно. На самом деле, это будет очень что-то новое у нас в городе. Конечно же, там будет планироваться очень много различных мероприятий, которые также, я сказал, как спортивных, так и развлекательных, да, которые будут рассчитаны на разные возраста, на разные категории людей, которые связаны, опять же, и с экологией, и со спортом. Ну, то есть, ну, я думаю, что все будет хорошо. Что, ждем открытия. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо, что пригласили. Татьяна, мы вас лично приглашаем в гости. И, конечно же, жителей и гостей города Нижний Новгород. Спасибо вам большое. А я хочу напомнить, что это была программа «Нижегородская среда». Сегодня в гостях у нас был директор парка Швейцария Алексей Башкаев. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи.